Московский гастрольный тур для театра юного зрителя Якутии завершился участием в большом благотворительном фестивале имени Бахрушина в городе Зарайске. Надо сказать, что уже 14-й год Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина проводит данный фестиваль в разных городах Подмосковья, и участвовать в них – большая честь для любого коллектива. Мы рады приветствовать вас на Зарайской земле. В городе Зарайске в 14-й раз проводится Бахрушинский фестиваль. Фестиваль благотворительный. Благотворительные фестивали очень нужны в сегодняшнее время, потому что мы должны подать пример многим, чтобы люди стали добрее.